Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy M12 получить доступ к настройкам разработчика. Для этого в первую очередь открываем настройки, спускаемся в самый низ, переходим в раздел сведения о телефоне, затем переходим в раздел сведения о ПО, находим строку номер сборки и тыкаем по ней пальцем несколько раз, пока не появится сообщение «режим разработчика включен». И теперь мы можем найти наши настройки разработчика здесь, в самом низу списка настроек. Вот они все наши суперинтересные, суперполезные настройки разработчика. Получите к ним доступ и ознакомьтесь с ними собственноручно. Также вы можете их здесь отключить, и после этого они пропадут из списка настроек. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!